Я так думаю, что сейчас... Вот, вон, видишь, вон тоже две собрались драться. 58-я, 98-я. Я просто думаю, что пастухи же, они все и своих, и чужих знают коров. Ну да. И они уже как-то тут разделили, кто перспективных коров оставит. Ну а что-то они все туда пошли почему-то. Там у них как раз стойбище коровье. То есть их явно туда уводят уже на покой, так сказать. Ну, их сейчас уже скоро доить надо будет. Они с 6 утра начали греметь колокольчиками. Все туда пошли. Ну, скорее всего, сейчас после обеда еще стадо подойдет, а может и не одно. Вот, вот, видишь, дерутся, вот они, вот, вот. Телочки все молодые, я не вижу вообще больших-то, вон там немножко больших коров.